Дом 18-й строительный. Внешний вид подъезда. На полу керамогранит. Венецианский стиль. Белый с серым. Лифтовый холл. Интересный такой потолок. Стильненький подъезд. Это у нас для консьержа помещение. Просторное. Такие вот ящики. Прям рядом с лифтовым холлом, что очень удобно. Не нужно никуда ходить. И лифт тоже работает. Нет, пока не работает. Так, другой. Тоже. Еще один попробую. Тоже не работает. Наверное, включают специально, чтобы стройматериалы поднять. Даже, смотрите, плинтус из керамогранита. Здесь еще не покрасили. Вот такое благоустройство уже сделано. Асфальт. Здесь посадят растения, деревья. Бордюры, все смонтировано. Площадка подготовлена. Сейчас строители говорят, выносят стройматериалы, уже практически доделали подъезд. Идет отделка квартир. Коммерческое помещение уже готово. Входная группа. Вот такой домик. 18-й строительный.